Где же ты был все это время, Алекс? Тебе надо поплыть в рай и разобраться с акулой. За это назначена большая награда. 500 тысяч денег. Добро пожаловать в Diver's Dream. Меня зовут Алексей, вы на канале Алекс Суп. И мы продолжаем прохождение. Мы продолжаем, вернее, свое приключение. Так вот. В данной игре. В общем-то, да, нам сказал Роберто. А этого... мужчину зовут Роберто, который у нас в возрасте. Вот. В общем-то, он наш коллега получается. И мы с нашим героем Алексом пытаемся найти сокровище. Сокровище, которое затонуло вместе с Большой Матильдой, большим пассажирским лайнером. Вот. Но мы пока еще от этого далеки, потому что мы сейчас занимаемся различными миссиями. Ну, по крайней мере, в прошлой серии мы занимались миссией, находили камеру одного из продавцов магазина на данном острове. Вот. Мы ее благополучно нашли. И, в общем-то, нам предложили уничтожить акулу-людоеда, за которую цена у нас 500 штук. Но мы так туда сейчас суваться не будем, потому что, чтобы убить акулу, ее надо чем-то убить. А у нас сейчас убивать ее нечем. У нас из оружия ничего нет, только кулаки. Ну, в воде кулаками биться такое себе дело. Вот, и чем мы займемся? Первым делом мы сейчас немного пособираем барахло и попродаем его. Я, наверное, скорее всего, это вырежу. Накопим какую-то часть денег, и нам бы неплохо баллон купить, оружие купить. Это было бы нам неплохо. Пока что два типа ластов. Так что, в общем-то, если что, увидимся уже после того, как я накоплю какую-то сумму. Пойдем, в общем-то, собирать барахло со дна океана. Что ж, мы в малой пещере. И займемся сбором мусора. И его продажей. Блин, пропустил. Ладно, на обратном пути возьмем. В общем, у нас костюм, да? Который нам за то, что мы нашли камеру, подарил нам Базилио, продавец магазина снаряжений. И мы купили в прошлой серии себе такие улучшенные те самые ласты. У них чуть-чуть побольше скорость. Вот. Ну и чуть-чуть защиту они нам дают. Аптечку собирать не будем. Кстати, а что у нас там по вещам? Хотя можно было бы, наверное, взять. Ладно, возьмем тоже на обратном пути. Был бы еще апгрейд карманов нашего героя. Побольше вещей можно было утаскивать. Вот это возьмем. Да, у нас там находится этот самый... противоядие. Надо бы его, слушай, взять нам его. Чтобы нам не покупать. Вот у нас противоядие. А это у нас те самые рыбы-львы ядовитые. Ну, давай посмотрим, что там мы насобирали. О, жемчужина, хорошо. Дорого берет. Мусор. Кулон. Хорошо. Тоже 300. Немного, в общем, 1000.
1400 мы заработали. Ладно, погнали. Похоже, что ты не жадный. Это бывает очень редко. Знаешь ли, много людей приезжают, чтобы забрать сокровища с Матильды, но они возвращаются домой с пустыми руками. Как? Ты тоже ищешь Матильду? Хорошо, это радует. Видимо, совсем скоро здесь дела пойдут в гору. Горшок. Десятка. 800. Да что-то немного заработали, честно говоря. Кстати, пойдем-ка мы сейчас сходим к Базилию. Здравствуй, Алекс. Как твои дела идут? Так. Хотя мы можем себе получше костюм купить. 3200. Ага. Баллоны у нас стоят. Баллоны у нас всего лишь 500. Кстати, а копье мы можем купить уже. Дополнительные баллоны у нас. Можно с собой брать одноразовые. Сейчас, а насколько она лучше? На 12 всего лишь. Ну что, мы купим костюм? В принципе, нам от акулы, может быть, она бы и пригодилась. Такой вот белый будет. Возьмем. Так. Теперь у нас бустер. Нам баллон нужен, и еще оружие. Ладно, погнали опять. Что ж, продолжаем фармить. Вот такой у нас теперь костюм. Черный с белыми. Ну, у него защита чуть получше. На 12 всего лишь. Доска. Что-то он эти доски постоянно за мусор считает. Слушай, неплохо подняли. Пойдем к Базилию. Так, здравствуй, здравствуй, да. В общем, нам нужно что? Мы... А сейчас есть 5 штук, мы можем себе купить вот такую штуку. У нас баллон. Теперь у нас воздух, так у нас воздуха было на... Так у нас было 2 минуты, а так у нас получается 6. Нам осталось оружие прикупить. А, слушай, так он нам, оказывается, подарил. Вот оно что, тогда о чем мы там... О чем мы тогда? Он нам подарил ласты и вот эту штуку. Пиццикато. Почему он нам подарил набор, фактически? Ласты, скафандр тогда и... Блин, у нас, оказывается, есть. А я-то думал, у нас нет его. Прикольно. Можем попробовать пойти поохотиться на... акулу. Сейчас опробуем наше снаряжение. Теперь у нас баллон есть. Воздух более медленно уходит, но все равно. Теперь мы не можем воспользоваться отдушинами. Вот. И еще я понял, что здесь периодически почему-то глючит музыка. Я не знаю, в связи с чем это связано. То есть вот если посмотреть вот так вот, то есть вот у нас теперь воздух,
Но он здесь и не кончается, и не восполняется, блин. Ну, оружия у нас пока нету, потому что у нас нету копий. В принципе, копия есть в той локации, где акула. Локация называется, кстати, Рай, или как-то так она называется. Хотя там нихера не похоже на рай, честно говоря. Уж ни о чем. Хотя подожди. Ладно. Что? Пойдем прогуляемся к этой акуле. Мы сохранились. Так, райский. Эта фотография была сделана, когда я был молод, еще до того, как Матильда затонула. Мы были охранниками, защищавшими королевские сокровища в поездке. Справа — это Эрик, а слева — Томас. Они оба были отличные ребята. Мы все надеялись, что сможем спокойно доставить сокровища по месту назначения. Но затем случилось это несчастье. Томас и Эрик пали смертью храбрых при исполнении служебных обязанностей. Но все равно свою задачу они не выполнили. Ну вот, собственно, и вся история. Пожалуйста, помоги мне исполнить мой долг. Мне нужно найти эту корону. Найди и принеси мне ее, так, чтобы мое сердце было спокойно. Это не только для меня, но для Эрика и Томаса тоже. Сколько шумлит-то, блин? Это место, где живет акула, людоед. Помни, ты делаешь это не только для меня, ты делаешь это также для всех, всех жителей острова. Только ты сможешь пройти это место, настоящий рай. Снаряжение. Баллон, скафандр, бустер, в общем, ясно. На вещи я могу посмотреть. Находка, а вот вещи. У нас две аптечки, 12 копий. И противоядие еще у нас есть. Нормально, в общем-то. Ладно, пошли. Би акулу. Ну что ж, где-то здесь обитает у нас акула. Я, короче, это как-то не очень это похоже на райский остров, честно говоря. Какие-то темные пещеры. Эти копья. Ладно, нам здесь нет смысла сейчас особо. Конечно, печально, что у нас это самое. У нас коробка с кольями, да? Нам не хватит их. Их сколько у нас? А, 10 штук. Сейчас мы вернемся, попробуем писать, будут ли они еще. Можно ли здесь нафармить колья? Сходим, мы сейчас продадим барахло, которое мы там насобирали. Что там у нас цена очень... Ну ладно, неплохо. Слушай. Вы слышали о короле острова? Это фигуры из старинного шахматного набора. Особенно коллекционеры хотят...
охотятся за фигурой короля. Люди готовы выложить много денег, чтобы найти ее. Говорят, она где-то внутри гигантской Матильды. Что скажете, господин Алекс? Тебе интересно это? Если найдешь что-нибудь, тащи сразу ко мне. У нас 50 копий. Можем купить себе ружьем. Пойдем-ка купим себе ружьем. Да нормально, дай мне ружье, пожалуйста. Да, вот это самое простенькое. У нее, по крайней мере, хоть атака будет на две побольше. Да. Все, спасибо. Ну-ка, что там у нас по снаряжению? Да, 30. Неплохо. Ну что ж, у нас 100 гарпунов, в принципе, так что можем попробовать пойти и сразиться с акулой. В общем, я здесь нафармил гарпуны. Сколько у нас там получается их сейчас? 110. У нас, значит что, у нас получается противоядие, 3 аптечки больших и 10. Будем надеяться, что нам этого хватит. Надо доплыть до акулы. Куда-то сюда нам надо. А главное, чтобы нам хватило воздуха. Понеслась. Блин, я ее не вижу ни хрена. Давай, давай. Все. Как-то оно так. Ладно, неплохо. Сколько вообще, интересно, ушло туда гарпунов? А, у меня инвентарь переполнен. Что у нас здесь? Ладно, пока не пойдем, пошли на выход. Это выход у нас здесь рядом. Нам еще должны денег отвалить кучу. Что такое? А, еще гарпуны. Кого там придавило? Все, поплыли. Что-то мы там открыли, кстати, такое. Ух ты, ты сделал это. И в одиночку убил акулу. Ой, мы получили 500 штук, прикинь. Неплохо. Просто неплохо. Да блин, куда ты пошел-то в воду? В общем, он на радостях опять прыгнул в воду.
А что у нас интересно в этой самой... Там, где мы были. Сейчас туда заодно сплаваем. В общем, неплохо. Мы его вот так вот довольно-таки... довольно уверенно справились с этой акулой. Я так и не понял, сколько там гарпунов на нее ушло. Где-то порядка, наверное, 40. Ну, по крайней мере, как мне показал эта скотина, что укусила. Так, нормально. Сейчас нас опять туда выкинет. А что это такое? А, это контрольная точка. Противоядие. Оказывается, контрольная точка вот так вот обозначается. Меня интересует, что мы там разбили. Блин, придется, наверное, аптечку тратить. Что есть такой жуткий поток у них? О, привет. Надо подлечиться. Чтобы побыстрее нам плыть, я туда быстренько сходим. И уже будем, наверное, заканчивать. Надеюсь, как раз. Да подожди, давай бери. Куда он зовет-то, кстати? Куда-то же он зовет. Даже я не понял. А там что? Какая-то херня, короче. Ладно, поплыли отсюда. Вообще непонятно. Че он там бесится-то? Ладно, не взяли, хрен с ней. Так. Ну что... Кстати, нашли что-нибудь? Не, пока сокровища мы никаких не нашли. Что у нас по находкам? Ну, есть что-то такое здесь. Вещей нету. А, кстати, это была малая аптечка. Ладно, идем сейчас в гавань. Мы в большой беде, Алекс. Крейсер. Двигатель сломался. Я думаю, он работал на износ, так же, как и я. В смысле? Все твои усилия напрасны, я так сожалею. Сколько он отдал? 400... 400 штук отдал? Ты что, хер моим, блин, деньги просрал? Короче, понятно, вот так вот. В общем, от нас забрали наши деньги. Подожди, так, что я хотел? А, Энрике сходить. Нам дали эти 500 штук, так и отняли, блин, нахрен. Печально. Ты избавился от звездной акулы. Неплохо сработано. Когда эта новость разлетится, сюда хлынут толпы охотников за сокровищами. Похоже, дела пойдут гораздо лучше. Неси мне все, что найдешь. Это подстава была.
Ладно, немного мы заработали. Ну что ж, идем мы сейчас к Роберту. Да, если хочу сохраниться. Ну что ж, в общем-то, будем мы здесь заканчивать. Мы разделались с акулой-людоедом и освободили даже дельфинчика. Вот, значит, что дальше делать, я пока не знаю. Знаю только, что у нас отняли наши честно заработанные деньги, блин, 500 штук. Вот, и, в общем, да. Так что увидимся мы в следующих прохождениях, в следующих частях и, в общем, до следующего видео.